себе панцер, и снова у меня на дворе пиво. И это тоже пиво из посылки от моего подписчика. Сергей, привет! И пиво это сегодня бердическое Леон. Почему Леон, я не знаю, но написано лимитированный розлив, намалеванные соты и пчела. Вот. С 1861 року мы варим пиво для вас, уникальное, використовуючи власний солод, тухмяний український хміль та найчастіше тезянську воду. Як і півтора століття тому, наше пиво бродить у відкритих чанах, дозріває, та не пастеризоване. Короче, якось так. Так, це все хорошо. Вміст спирту 6,5%, це немало. Бутылка 0,5, слава богу. Плотности не обнаружено. Вот. Как я уже говорил, бердическое мне не все заходит. Но, опять же, последнее, которое прислал Сергей, мне понравилось. И есть шанс, что и это мне тоже понравится. Я так подозреваю, что оно с какой-то медовой ноткой должно быть, или еще что-то. Ну, с чего бы еще здесь рисовать соты и пчелу? Непонятно. Ага. Так, плотность 15%. О, плотность я нашел. Вот. Ладно, что тут рассоливать, надо открывать и пробовать. Пиво живенько поднялось, пошло, бульбашки образовались. Тут пена поднялась. То есть пиво вполне себе неспокойное. Я бы даже сказал, трошки нервное. Посему есть подозрение, что вот именно конкретно вот этот вкус, который раскрывается при наличии хорошей дозированности, то есть при карбонизации хорошей, и здесь даст свои плюсы. В аромате, как ни странно, ощущается мед. Вот. Больше ничего мне почему-то не ощущается. Ну, по крайней мере, если не мед, то аромат очень похожий на медовый. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это хмель, возможно, это солод дает такой аромат. Но он совсем легкий, довольно приятный. Вот как-то так. Ну что ж, будем пробовать. Оно прям сладкое. Прям сладкое-сладкое, я бы даже сказал. То есть не то, чтобы прям вот сладость такая, прям как у компота какого-то или у чая. Но сладкая нотка хорошо ощущается. То есть на фоне кислинки, на фоне пивной терпкости, горчинки, хмеля ощущается хорошо сладкая составляющая. Даже это не нотка, это составляющая этого вкуса. Мне, если честно, такое не очень нравится. Оно, ну, я не сказал, что это невкусно, оно вкусно. Но немножко не то, чего хочется мне. То есть, как я уже не раз говорил, для меня пиво это в первую очередь один из компонентов, то есть проведения времени. То есть там какое-то кинишко, какая-то закусочка и какой-то пивасик. Но дело в том, что как раз под вот такое пиво подобрать какую-то закуску, ну, довольно сложно. Не, понятно, что можно купить мясо, нажарить, и под это пиво он тоже зайдет. Но я обычно, то есть, предпочитаю закуски какие-то, там, рыбка такая копченая, вяленая. А уже вот к этому рыбно-копченому
это пиво не подходит. Ну, по крайней мере, на мой извращенный вкус. Я что-то вот не сильно представляю его с вяленой рыбой. Но в целом вкусно. То есть, если бы кому-то, ну, взбрело в голову это с пивом и с рыбой употреблять одновременно, именно с этим пивом, то это было бы нормально. Но мне такое не нравится. То есть, как по вкусу, да, это вкусный напиток, вкусное пиво. Я не могу сказать, что это не пиво, потому что это пиво. Все-таки не какое-то там непонятно. Но это пиво сладкое, что мне не очень нравится. Поэтому странно как-то. Вот как-то так. То есть не мое, но вкусно. Если кто-то любит сладкое пиво, пожалуйста, берите. Оно вас, я думаю, не разочарует. Ну, а я уже буду пить то, что есть. Кроется гибель где? В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.